Девчата, ну что, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. У меня сейчас в планах навести порядок в ванной комнате. Очень надеюсь, что у меня получится поснимать, потому что Маша уже все, пошла двигать штатив. Сейчас как-то буду ставить камеру в другие места. Давай сейчас будем с тобой убираться на ванну. Итак, план на сегодня такой. Во-первых, протереть все поверхности от пыли, потому что она там скопилась, вам хоть это и незаметно, но это так, поверьте мне на слово. Здесь у меня хранится Dyson, фен, тоже все поднимаю, протираю, свечи, аромадиффузор, ну и также средства для волос. Они у меня сгруппированы на подносе, мне так удобно хранить, поэтому сейчас все буду доставать, убирать и протирать. Безусловно, такое открытое хранение, свечи, аромадиффузоры, это, наверное, не очень практично в плане уборки, потому что все это нужно протирать, как ни крути, даже если ты этим ежедневно пользуешься, пыль садится. Но мне так нравится, мне так удобно, поэтому я не жалуюсь. Сейчас буду протирать биде, так как я навожу порядок и Маша вместе со мной в ванной комнате, поэтому я не использую бытовую химию. У меня просто распылитель остался от средства, и там у меня разведена вода и жидкое мыло. В общем, протереть вот так для регулярной ежедневной уборки очень даже удобно. Вот, ну и, соответственно, ребенок может находиться рядом, и это совершенно безопасно. Даже ничего страшного, если она там ручками дотронется. А вот, например, когда она спит, и дневной сон или ночной сон у нее, я спокойно убираюсь. То есть, или она, допустим, играет там с девочками в другой комнате, но не находится вместе со мной, тогда я могу использовать бытовую химию. Вот, но вместе с ней, конечно, я не рискую. Моя еженедельная рутина – привести в порядок этот комод, как минимум разложить подгузники, разложить пеленки, разложить чистые полотенчики, которыми я Машеньку умываю. В общем, здесь тоже привожу все в порядок, аккуратно раскладываю и снимаю заводские упаковки. Мне не очень нравится хранить в упаковках, будь то подгузники, салфетки, еще что-то, мне нравится перекладывать. Салфетки я имела в виду бумажные, но знаете, да, я их перекладываю в салфетницы, например, там на кухне, в столовой, вот так вот. Опустошаю мусорное ведро, и так как Маша еще тут пока занимается своими делами, вот она там с пакетиком ходит, я решила протереть пол под биде унитазом. Делаю это руками, потому что, хоть они подвесные, но вот как руками, так тщательно не вытрешь ни пылесосом, ни шваброй, поэтому я просто влажной салфеточкой протираю все вокруг. Девочки, а мы буквально вчера ездили в Лиман-на-Пром, там столько всего для хранения, для организации гардеробной, кладовой, очень много классных позиций поснимала для вас, поэтому сейчас поделюсь. Привет. Как Маша скажет? Привет. Привет. Привет.
а мы с утра пораньше приехали в Леруа Мерлен. Кстати, вы знаете, что теперь Леруа Мерлен называется Лимана Про. Мне нужны вешалки, ну и кое-что из мелочей для хранения. Знаю, что вы любите эту тему, поэтому с удовольствием беру вас с собой в магазин. Кажется, нам очень повезло, потому что, смотрите, сейчас у входа собраны все товары для комфортного хранения. Есть и мебель, и гардеробные системы, ну и, конечно же, разные полезные мелочи и аксессуары для порядка и хранения. Признаюсь честно, я обожаю разглядывать такие экспозиции, когда есть возможность открыть шкаф, выдвинуть ящик у комода, действительно понять, как это будет работать в твоем доме. А это модульные шкафы Леон. Можно спроектировать себе шкаф для хранения в гостиную, гардеробную, потому что есть все для этого необходимо. Каркасы и фасады комода, каркасы шкафов, полки и ящики для шкафа, обычные, выдвижные. Кстати, фасады шкафа хорошо сочетаются с кухонными фасадами Лимана Про. В общем, если необходимо обустроить кухню-гостиную, то у вас будет все в одном стиле. Внутри комоды шкафы уже наполнены аксессуарами для хранения, поэтому вы наглядно можете увидеть, какой органайзер, корзинка или коробочка идеально впишется сюда для хранения. Девочки, а мне понравилась очень сетчатая гардеробная система в черном цвете. Посмотрите, насколько она стильная, просто невероятная. Можно собрать под свой запрос. Есть и полки-корзины, сетчатые, металлические, для обуви, разные кронштейны для полок и для перекладин, штанги, обувницы, гардеробные крючки, вешалки. В общем, действительно, создадите гардеробную систему под свой запрос. Ну и здесь представлены разные мебели, например, тумбы под ТВ, комоды, все для обустройства прихожей. Это и разные вешалки, настенные вешалки, крючки настенные, банки. Очень здорово, что все собрано в одном месте. Ну и, конечно, мне кажется, несравненный плюс, что вы можете обустроить пространство для хранения с любым бюджетом, как в просторном, так и в небольшом помещении. Ну а если вы самостоятельно не можете продумать и спроектировать систему хранения для своего дома, это тоже не проблема, можно записаться на бесплатную услугу, и вам помогут в этом профессионалы. Ну а я сейчас предлагаю нам с вами прогуляться и посмотреть, просматривать, что представлено на полочках. Я это просто обожаю, поэтому сейчас буду с вами делиться. Я вам уже сказала, что приехала сюда за вешалками. Здесь, смотрите, сейчас есть вешалки и в черном цвете, и в цвете натурального дерева, и в белом. У меня как раз белое и натуральное дерево, поэтому возьму себе именно такие. Что мне нравится, ассортимент все время расширяется. Появились накладки на плечи, разные специальные вешалки, крючки. В общем, все, чтобы сделать хранение одежды в шкафу максимально эффективным и задействовать каждый сантиметр. Девочки, обязательно обратите внимание на разные кофры, чехлы для хранения. Здесь их представлен широчайший ассортимент. Есть абсолютно разные, разного размера, поэтому точно идете под свой запрос, но и также они представлены в разных цветах. Черный, зеленый, серый или белый. И, кстати, это есть и чехлы, и кофры. Кофры тоже разные, разного размера, естественно, для разных полок. И также кофры есть с крышками, без крышек, которые закрываются на молнии, или крышки, которые просто откидные. Мне, например, в таких коробах нравится хранить несезонную одежду. Я сейчас убрала туда разные джинсовки, ветровки, ну и, соответственно, достала уже одежду на осеннюю погоду. Ну а, например, такие открытые короба удобно использовать для организации вертикального хранения на полке. Соответственно, ваш короб служит таким выдвижным ящиком, поэтому все, допустим, ваши свитера, футболки, джинсы будут у вас на виду. Ну а вот при помощи таких коробочек можно организовать разные мелочи, например, нижнее белье. Ну а для того, чтобы в вашем шкафу царил приятный аромат, есть вот такие вот ароматизаторы. Нашла коробки для хранения обуви, вот с таким сетчатым окошком, размер большой, и мне кажется, женская пара обуви уместится там даже не одна, например, шлепанцы какие-то, босоножки летние, можно расположить несколько пар, ну и, конечно же, все представлено в нескольких цветах, и это все сочетается между собой. Есть прозрачные органайзеры, кармашки, здесь вещь каждая хранится в своем кармашке, поэтому если вы что-то достаете, все остальное у вас не будет падать.
Ну, а лично мне нравятся вот такие корзины. Они действительно красивые, и я советую их использовать для открытого хранения, потому что они, конечно же, служат и украшением полки. Стоят они дороже, чем пластиковые или текстильные контейнеры. Ну и, конечно, служат украшением вашей полочки. Мне нравится такого плана контейнера использовать, например, в ванной комнате, чтобы организовать косметические средства. Или для хранения рукоделия. Ну или, допустим, если у вас открытая система хранения детских игрушек, они тоже идеально подойдут. Они также представлены в разных размерах. Есть с крышками, без крышек. Варианты, которые с крышками, штабилируются. Большой ассортимент пластиковых контейнеров в разных цветах, ну и в разных размерах. Опять же, варианты есть как с крышками, так и без крышек. Варианты с крышками отлично штабилируются, поэтому вы можете задействовать всю высоту вашей полки. Ну и такие пластиковые контейнеры удобно, допустим, помыть, если там что-то пролилось, есть какие-то крошки. Мне нравится их использовать для хранения, например, аптечки, канцелярии, детского конструктора, каких-то развивающих материалов. Но я думаю, каждая хозяйка найдет, что здесь хранить. Ну и, кстати, для хранения в ванной комнате они тоже отлично подойдут, потому что пластиковые их легко помыть и протереть. Очень эстетичные и благородные органайзеры из фетра, представлены в нескольких оттенках, в бежевом и в сером. Отлично для того, чтобы хранить какие-то аксессуары, украшения, возможно, ремни. Такой материал, которым вы не поцарапаете свои украшения. Еще хотела бы обратить ваше внимание на вот эту секцию с пластиковыми контейнерами. Здесь пластиковые контейнеры с разделителями. А это очень удобно, если нужна какая-то категоризация. Допустим, для хранения разных специй, приправ. А вот такие органайзеры с колесиками, разделителями просто идеальны для хранения на кухне. Например, на какой-то высокой полочке. Вы просто выкатываете контейнер, и вам сразу все видно, благодаря тому, что он прозрачный и с разделителями. Также здесь классно хранить какую-то бытовую химию. Контейнеры эти на колесиках есть разной ширины, разной высоты, опять же, сможете найти под ваш запрос. Но, повторюсь, для организации хранения на высоких полочках это просто идеальный вариант. В ящике комода тоже эти органайзеры смотрятся замечательно. Посмотрите, сразу у вас есть разделители. Кстати, эти разделители можно переставлять, ну и, соответственно, делать их шире или уже. Дорогие, такой у нас с вами получился обзор. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх. Ну а мне остается только оплатить свои покупки и отправляюсь домой организовывать хранение у себя. Ну а я возвращаюсь в ванную комнату, Маша уложена на дневной сон, я в термобелье, чтобы можно было в любой момент к ней выбежать и подойти, осталось только накинуть куртку и все. Ну и продолжая дальше наводить здесь порядок, достала все бутылки, баночки, которые у нас стоят в душевой, здесь и детские шампунь, кондиционер, гель для душа, мои средства, соответственно, для тела, для волос и средства мужа. Я все это протираю, потому что у нас ужасно жесткая вода, и мне не нравится, когда красивые бутылочки все вот в этом известковом налете от жесткой воды. Это, конечно, некрасиво. Вот, но я свои баночки стараюсь протирать, там, я не знаю, раз в неделю. Муж, конечно, этим не занимается, поэтому выглядит это очень-очень непривлекательно. Но вот когда доходят руки, когда есть время, я все достаю и сама протираю. Ну, потому что как вот ни крути, ну, кому-то может быть и все равно, а мне хочется находиться среди красивых вещей. Вот, пускай это даже такие мелочи, как баночка там шампуня, кондиционеры для волос, но кто-то вообще это все декантирует, переливает в одинаковые баночки. Это те мелочи, которые создают атмосферу в доме, которые создают настроение, поэтому когда есть время, я этому тоже уделяю свое внимание.
Но мне остается здесь совсем по мелочам. Сейчас почищу унитаз. На ежедневной основе я его протираю одноразовыми антибактериальными салфетками Ника. Показывала вам их много раз. Очень мне нравятся. Они плотные, хорошего размера. В принципе, вот одной салфеткой можно протереть, если это делать ежедневно, весь унитаз, он будет у вас чистый. Ну и также на ежедневной основе я заливаю средством. Заливаю средством, оставляю его на сколько-то там, может быть, минут на 15, на 20, потом прохожусь ёршиком и смываю. Вот, и в принципе унитаз без особых усилий всегда чистый. Пропылесосила, помыла полы, но вот вдоль стен каких-то стыков я прохожусь вручную. Естественно, в комнатах я это делаю не так часто, как в ванной комнате, потому что в ванной комнате все равно я сушу волосы, там девочки сушат волосы, пыль. Опять же, волосы, все это скапливается по углам, поэтому вот так вручную, просто влажной тряпочкой пройти самый эффективный и результативный вариант. Ну и заодно решила протереть дверь, потому что маленький ребенок, и везде ее отпечатки, везде ее пальчики, вот. Поэтому сейчас двери, какие-то зеркала, еще что-то, даже мебель мягкую нужно, конечно же, протирать чаще. The feeling in our eyes felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa. Ну и заодно решила навести порядок в своем туалетном столике, потому что просто на него без слез уже не взглянешь. Вам какие-то пятна, возможно, там пыль не бросается в глаза, но я это все вижу, поэтому тоже решила протереть все баночки, все открыть, там каждое косметическое средство, там тональную основу, пудру, румяна, и также протереть внутри. Возможно, я визуал, но для меня важно, чтобы это было чисто. Мне гораздо приятнее пользоваться, когда ты открываешь, и там нет никаких подтеков, отпечатков, когда, вот знаете, там вокруг румян все тоже чистенькое, вот они испачканные. Конечно, на ежедневной основе у меня нет сейчас возможности этим заниматься, и желания нет, да, каждый раз все это протирать, но пользоваться-то чистым хочется, поэтому время от времени я навожу такую уборку. Навожу такую уборку, что я сказала, господи. Поэтому время от времени я делаю такую уборку.
Девчата, ну и села расписать завтрашний день, какие у меня дела. Я планирую как вот в какой-то долгосрочной перспективе там что-то железобетонное, вот, ну или какие-то цели, задачи. А так мой горизонт планирования это там приблизительно 1-2 дня, потому что все упирается в настроение Маши, с которым она проснется, в ее самочувствие, да, потому что зубки, ну мало ли чего, и все мои планы могут встать на паузу. Поэтому, в принципе, мой горизонт планирования, вот я что-то так вот расписываю, на один день, тем более я нахожусь дома, мне этого более чем достаточно. Я, допустим, сейчас выписала список покупок, вот я занималась уборкой, там, смотрю, что у детей нужно обновить зубные щетки, нужно купить зубную пасту, нужно заказать туалетную бумагу, жидкое мыло, у меня кондиционер для волос закончился. Я вот это быстренько сейчас выписала, чтобы просто ничего не забыть, ну и сейчас сяду на маркетплейсах, там, я не знаю, чего, доставку онлайн закажу, вот, это не проблема. И также прописываю список дел. Но не в том плане, что мне там нужно протереть там-то пыль, выстирать то-то. Нет, я прописываю, знаете, такие дела. Вот идешь по дому, видишь, там, я не знаю, вот, мне сейчас нужно чемоданы убрать. Просто как-то замыливается глаз, не обращаешь внимания, но это нужно сделать. То есть вот такого плана. Или, допустим, там, меняла постельное белье, вижу, что нужно постирать на матрасник. Тоже раз записала себе, потому что, опять же, вот замыливается глаз, забывается. Вот такого плана задачи я там себе прописываю. Стараюсь прописать рецепты, потому что нужно заказать продукты. Конечно, там доставка 1-2 часа и все у вас дома, но мне комфортнее все-таки вот, чтобы у меня это было накануне все подготовлено, чтобы я там, отталкиваясь опять же от Машиного настроения, желание играть или не играть, могла подловить момент и приготовить. В общем-то, максимально простое планирование. Вот, ну а какие-то дела там, я не знаю, вымыть посуду, протереть со стола, там, заправить кровать, я это, конечно же, не записываю, это все делается, ну как почистить зубы. Сейчас немножко с вами поболтаю, навела порядок в спальне, в ванной комнате, косметику, все протерла, осталось мне только кисточки помыть, но я думаю, я это сделаю вечером и за ночь они у меня высохнут. Вот, и теперь могу с вами поболтать. Спрашивали меня по поводу адаптации Софиюшки к первому классу. Ну, честно, мы ее даже вообще не заметили, возможно, потому что, во-первых, Софийка посещала занятия с 3 лет, и вот последние 2 года там занятия были выстроены так же, как в школе, то есть, допустим, у нас там 4-5 уроков, дети сидят за партами, там есть звонки, по каждому предмету, ну, там, естественно, если там не музыка, не физкультура, нам задавали домашние задания, то есть, ну, в этом плане вопросов нет. Если в плане выстраивания коммуникации, то тоже вот Софиюшка у меня такая очень коммуникабельная девочка, она легко заводит знакомства, легко, в общем, подойти может, познакомиться, поддержать беседу. То есть у нее с этим сложности каких-то проблем нет, то есть нет какого-то смущения, зажима, зажатости. Поэтому мы вот эту какую-то адаптацию, даже если честно, не почувствовали. Вроде уже заканчивается первая четверть. Может быть, если бы что-то было, оно бы уже проявилось. Ну, а может быть, что-то там, не знаю, проявится позже. Но пока все хорошо. Дорогие, еще один вопрос, который просто меня упреки, вопросы преследуют все время. Под каждым видео есть такие комментарии касательно моего веса. Девочки, вот мой вес стабилен и неизменен. Ну, там, я не знаю, плюс-минус килограмм туда-сюда. Я думаю, это, ну, нормальная история. С мая месяца. Вот в мае месяце я увидела отражение, которое мне нравится. Увидела цифру на весах. И все, вот, у меня все в порядке с головой, у меня нет какого-то желания, что вес снижался, снижался, снижался. Поэтому мой вес неизменен, он почему-то меняется только, я не знаю, в ваших головах, вот там кто-то прямо с претензиями пишет: «Катя, ну вы остановитесь, что это такое?» Девочки, в общем-то, у меня все стабильно, я дружу с головой. У меня 3 детей, я понимаю ответственность, поэтому и для меня здоровье превыше всего. Ну и вопросы касательно такого быстрого, стремительного снижения веса. Девочки, ну практически полгода, ну там, я не знаю, может быть, 5 месяцев и 2 недели, ну вот как-то так.
мой вес снизился на 11 с чем-то килограмм за это время. Простите, но я не считаю это стремительным снижением веса. Я не сбросила 5 килограмм за месяц или 10 килограмм за 2 месяца. Это более чем комфортное снижение там, по 2 килограмма в среднем в месяц. Ну, какое это стремительное. То, что для вас это так стало очевидно уже тогда, когда я пришла к своей цели. Ну, я не знаю, что тут сказать. И это исключительно дисциплина и работа над собой. То есть я не отношусь к той счастливой категории женщин, которые, допустим, на ГВ, и у них вес снижается. Или, допустим, там какой-то стресс в жизни, и они там не едят, и я наоборот заедаю, допустим, стресс, да. То есть мне это нужно контролировать. На ГВ у меня то же самое. То есть у меня наоборот хочется есть. И вот пока я, собственно говоря, не взяла себя в руки и сказала, говорит, ну хватит, ну куда уже столько можно есть, и не стала контролировать свое питание, ну, и работать над собой, у меня ничего не менялось. Поэтому, девочки, это исключительно желание, сила воли, какая-то целеустремленность и дисциплина. Естественно, например, когда я работала над снижением веса, я, ну, по максимуму убрала, сначала я убрала все перекусы, чтобы это было, опять же, не резко, потому что, девочки, Маша на грудном вскармливании, у меня не было задачи ценой, допустим, того, что у меня пропадет молоко, но я буду стройной, нет, конечно, плюс я считаю, что женщина после родов, ей нужно время организму восстановиться, и вот лишний стресс в плане того, что там хочется какую-то фигуру красивую, ну, тоже как бы я за заботу и любовь к себе, то есть как-то относиться к себе с вниманием, да, поэтому все постепенно. Сначала я убрала перекусы, потом я уменьшила, вот уже когда я убрала перекусы, это прям такой хороший толчок был, потом я просто уменьшила порции, потому что, в принципе, ну, я так и питаюсь, у меня очень много в рационе овощей, там, зелени, я это все люблю, сыры, там, с отварной курочкой, не знаю, там, что, рыбка, там, креветки, что-то такое, крупы, вот, но у меня было очень много перекусов, маленький ребенок, на бегу что-то схватила, вот, какие-то вкусняшки, то есть я вот это убрала, и у меня нет такого, что я вообще там вот категорически что-то не ем, я ем все, но в меру, я могу там, я не знаю, оливье с майонезом съесть, и пасту, и какой-то десерт. Сейчас, естественно, да, я просто контролирую вес и его поддерживаю. Если я вижу, что что-то так, я его корректирую, ну, там, не знаю, стал расти, да, он, я, в общем-то, ограничиваю, да, себя в чем-то там на день, ну, например, да, какую-то себе разгрузку даю. Но, опять же, это не то, что я ничего не ем, потому что до сих пор Машу кормлю, я ем, вот, просто, ну, там, не знаю, салатик, вот так. Если я, наоборот, вижу, что там вес пошел вниз, я, наоборот, там, с большим усердием начинаю есть. Допустим, когда мы идем в ресторан, вот, я иду именно получить удовольствие от еды, вкусно поесть, поэтому я там заказываю то, что я хочу. Хочу пасту, возьму пасту. Там, хочу какой-то салат, возьму салат. Хочу десерт, возьму десерт. В общем, без перекосов я для себя это поняла, потому что если загонять себя в какие-то рамки, потом просто отлет будет еще хуже, чем было до. Поэтому, дорогие, давайте мы эту тему с весом вот просто закрываем с вами. У меня все хорошо, чего я и вам желаю. Сегодня буду свое видео заканчивать. Всех вас была рада видеть. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!